В сети распространилось видео, на котором мужчина вылез из окна своей квартиры на 4-м этаже, встал на кондиционер и стал тягать гриф от штанги. Тем же вечером он же в зимней шапке, в лыжных очках пришел в фитнес-клуб. Но сотрудники отказали ему в годовом абонементе. Позже они отметили, что вел себя человек очень странно. Никак не мог стоять смирно и двигался, как на шарнирах. На следующий день, видимо, в знак протеста 32-летний воскресенец вывесил из окна своей квартиры пиратский флаг. Но жильцы дома отмечают, что подобными выходками в своем дворе он уже прославился. Мужчина то игрушки из окна вышвыривает, то швабры в небо запускает. Но в этот раз он пошел дальше и во время своих физических упражнений сбросил во двор гриф от штанги весом 20 килограммов. А ведь внизу могли быть люди. Демонстрировать такое поведение мужчина начал после того, как от него вместе с двумя детьми ушла жена. Соседи сочувствуют его горю, но терпеть подобные выходки больше не намерены. Они уже несколько раз звонили в службу 112, но ничего не изменилось. Молодой человек продолжает эпатировать прохожих и раздражать соседей. Сейчас жильцы ищут способ связаться с супругой мужчины, чтобы она, если не вернулась, то хотя бы уговорила его обратиться к врачу. В последнее время в городском округе Воскресенск все чаще замечают лисиц. Рыжие плутовки залезают на участки, воруют куриц, и одна из них наведалась к жителям Виноградова и загрызла ночью гуся. В общем, все как в старых русских сказках. Но некоторые животные настолько осмелели, что стали выходить на охоту в городские парки. Рыжехвосты уже были замечены на ЦМ-гиганте и в Кривякино. Любительское видео с ними разлетелось по соцсетям. Но пока одни жители Воскресенска обсуждают причину такого поведения лис, другие пишут, что не хотели бы встретиться с рыжими хищницами во время прогулки. Роспотребнадзор предупреждает, что кормить лисиц ни в коем случае нельзя. Они могут быть переносчиками заболевания или страдать от бешенства. Так что держитесь от плутовок подальше, а если очень хотите за ними понаблюдать, то делайте это издалека. Зимний сезон уже не за горами, на улице значительно похолодало. Синоптики прогнозируют снегопад и образование устойчивого снежного покрытия на дорогах. Но и буйствующий несколько дней ураганный ветер оставил после себя памятные следы, заметать которые придется со значительными вложениями. Так в столице выпал блок остекления лоджии, к счастью, никто не пострадал. Во многих городах Подмосковья повреждены припаркованные автомобили, летали контейнерные площадки. Также автомобилям досталось и от поваленных деревьев. Сильный ветер не обошел стороной и Воскресенск. У дома культуры Москворецкий вывернуло крышу. Но, как сообщают сотрудники культурного учреждения, работы по восстановлению уже начаты, так что все занятия скоро возобновятся. Сегодня коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В течение суток ожидается обильное выпадение осадков. МЧС рекомендует всем воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В случае ЧП звоните по телефону спасения 112.